Предприятие «Самары» под пристальным вниманием городских властей. По поручению главы города Елены Лапушкиной усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Только в Ленинском районе Самары составлено более 100 актов. Нарушители привлекаются к административной ответственности вплоть до прекращения деятельности. Это ежедневные проверки у нас. Это ежедневные. Вот в настоящее время усилили контроль, то есть у нас увеличилось количество проверок. Так, благодаря строгому соблюдению всех мер безопасности на одном из предприятий «Самары» удалось снизить уровень заболеваемости сотрудников сезонными заболеваниями. Места пребывания работников оснастили обеззараживающими рециркуляторами воздуха. Персонал обеспечили масками и перчатками. Мы в самом начале, еще весной этого года, поняли, что достаточно серьезные, скажем так, происходят события, и мы просто обязаны и наших работников обезопасить, и, собственно, соблюдать бесперебойную поставку продукции, потому что она крайне важна сейчас, это и моющие средства, которые необходимы, особенно в этот период. Еще на одном производстве по желанию проводят вакцинацию сотрудников от сезонных вирусных инфекций. На входе есть антисептики, в помещениях развешаны информационные памятки. На сегодня из 175 предприятий города городские власти проверили 121. Штрафы очень серьезные, до 500 тысяч рублей. Поэтому призываем всех руководителей организации придерживаться рекомендациям Роспотребнадзора. Проверили и один из кинотеатров Самары. Здесь после каждого сеанса проводится проветривание и дезинфекция залов. Кроме того, организована посадка посетителей с соблюдением необходимой дистанции. Мария Елчан, Николай Епифанов. События.